Люди кричали на домах. Страшно было. Я говорю, мы вот так костер разожгли на бугре на горе. Сели, сидели, думали, может, не утонут наши дома. Нет, смыло всю улицу. По местному телевидению была бегущая строка, сообщающая, предупреждающая прежде всего дачников о том, что возможен подъем воды, что надо выезжать, что надо, значит, спасаться или сидеть где-то на воздушных местах, на крышах и так далее. Ну, то есть такое очень робкое, очень скромное предупреждение, на которое, ну, может, только обратили внимание дачники. Прошли, какие-то листовки принесли, что залазьте на крыши, туда, а какие крыши, если ни одного дома не осталось. Все, что у нас было, мы на крыше затащили вещи, там все остальное. Все уплыло, все. Дом уплыл. Постройки уплыли, огород затопило. Теперь на казенных харчах будем. Теперь мы живем как цыгане. 4 года строили, 2 года пожили. Нет.